Когда, если вот то, когда что... пришло понимание, что будешь артистом профессионально? Ведь в те времена никто, в общем-то, не понимал, как вырулиться с жанром выбранным. Но если честно, такого понимания это и не было. Было какое-то понимание, что вот на тот период времени, когда это приходило, там хотелось девочкам нравиться. Ну да. Вот. Ну как завоевать эту красавицу, да, когда рядом, а я так, будучи там дзюдоистом, а рядом были и баскетболисты, и повыше, и по, там, посильнее. Вот. Поэтому, когда брат оставил гитару, вот, то есть вот, была возможность где-то спев у костра в походе. Была возможность завоевать сердце. Это у нас свои тайны там. Я понимаю, поэтому, да. Поэтому, тайны Ивановых. Конечно, на протяжении там какого-то длительного времени приоритеты были разные, и желание заниматься музыкой было в разные периоды по-разному. То есть сначала там... как-то завоевание той самой красавицы. Ну да, да, да. Недалеко, кстати, здесь, на Марьиной Росковой, на втором Невского поля. Да, мы на улице 210-я, справа, да? Да, школа, прям рядом здесь. Я, кстати, сюда часто приходил, и мы здесь тусовались везде и прогуливали школу недалеко от церковного училища. Поэтому мне этот район очень знаком. И, ну, важно было как-то самоутверждаться. Поэтому с позиции, конечно, вот той самой красавицы, которую хотели завоевать всем классом, всегда были мысли, а как, каким образом? Ну, все спортсмены, все там великие, все мастера спорта. Поэтому, конечно, бралась гитара, исполнялась какая-то композиция в лесу, или там в походе, или где-то. И девушка обращала на тебя внимание. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».